была в Канзасе девочка Элли. У нее был робот Татошка. Однажды Элли с Татошкой гуляли около дома, но вдруг поднялся сильный ветер и ураган. Ураган, который случился в Канзасе, вызвал злой волшебник. Я вызываю сильный ветер, черные-черные тучи на Канзасскую степь. Пусть дождь льет сильный-пресильный, чтоб сухого места там не осталось. Ураган принес волшебную страну Элли с Татошкой. Татошка, смотри, где мы очутились? Наверное, это волшебная страна. Смотри, тут дорога из желтого кирпича. Пойдем посмотрим, куда она приведет. Давай. И они пошли по дороге из желтого кирпича. Пришли Элли с Татошкой к полю. Привет! Вы кто? Я Элли, а это Татошка. Мы идем по дороге из желтого кирпича. Не знаешь, куда она ведет? Она ведет в изумрудный город. Говорят, там живет волшебник Гудвин. Может, он сможет отправить нас домой? Наверное. Пойдем вместе. Шли друзья по дороге из желтого кирпича и пришли к лесу. Смотрите, кто там стоит среди елок? Здравствуй, кто ты? Я медведь-дровосек. Я потерял свой топор. А еще у меня злой колдун украл сердце. Смотри, медведь-дровосек, не твой ли это топор? Мой, спасибо. Злого колдуна больше нет. А волшебник из изумрудного города может вернуть тебе сердце. Пойдем с нами? Хорошо, пойдем. Идут друзья дальше и видят впереди горы. Кто вы? Не подходите ко мне, я вас боюсь. Я Элли, это Татошка. Это Страшила, это медведь-дровосек. Мы идем в изумрудный город, к волшебнику Гудвину. Может, волшебник Гудвин и мне вернет храбрость? Может, и вернет. Он все может. Пошли они вместе в изумрудный город. Изумрудный город. Кто первый пойдет к волшебнику Гудвину? Иди ты первый, Страшила. Ну что, Страшила, кого ты там видел? Гудвин явился мне в образе огромного волка. Но он сказал мне, то, что не может дать ум, потому что он слишком занят. Хорошо, теперь пойду я. Гудвин превратился в кота, но он мне не вернет сердце, потому что у него нету времени. Ну ладно, пойду теперь я. Гася, это Гудвин превратился в льва. Татошка, пойдем теперь мы с тобой.
Друзья, смотрите, кого я нашел в потайной комнате за ширмой. Кто ты? Я Гудвин. Но мы думали, что Гудвин великий волшебник. Простите меня, пожалуйста. Я попал в волшебную страну вместе с ураганом. Мой воздушный шар опустился в изумрудном городе, и жители подумали, что я волшебник. А на самом деле я был цирковым актером. А нас с Татошкой тоже перенес ураган, и мы хотим вернуться домой. Я могу вас вернуть домой. А кто ты? Я добрая фея и могу вам помочь. Фея, пожалуйста, дай мне ума. Хорошо. Добрая фея, верни мне сердце. Будет исполнено. А мне дай храбрости. Твое желание исполнится. А нас, пожалуйста, верни домой. Хорошо, я верну вас в Канзасскую степь. Фея махнула волшебной палочкой, и желания друзей исполнились. Очутились Элли с Татошкой в Канзасе. Ура, мы вернулись домой. Я тоже дома и могу вернуться в свой любимый цирк.